Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Антон Мартынов, и сегодня я хотел бы поговорить вам про изменения, которые принесло нам обновление версии Midjourney. То есть появилась новая версия, пока она находится в стадии альфа, но тем не менее мы можем посмотреть, что же в шестой версии добавилось, какие же произошли изменения, как они влияют на качество картинки и какие появились изменения в плане работы. Да, вот все я как раз хочу вам показать и рассказать, ну и плюс рассказать вам про работу с фотографическими изображениями в Midjourney. Приходите, будем смотреть.